Добрый день. Любой урок становится интересным, а значит и более продуктивным, если в нем есть какая-то интрига, маленькое волшебство. Об одном таком элементе я вам сегодня и расскажу. Шерлок Холмс и доктор Ватсон преследовали опасного преступника Джека. За его поимку назначено приличное вознаграждение. Им удалось перехватить шифровку, посланную Джеком своему товарищу. Шифровка перед вами. Но можете ли вы ее прочитать? Так как с нами сегодня на уроке сыщики, то мы воспользуемся лупой. И вся шифровка становится заметной. Мы можем ее прочитать, а дальше в ходе урока расшифровать. Как же достичь такого эффекта? Чтобы создать лупу, используем галерею изображений. В строке поиска введем необходимое нам слово «лупа». И нажмем «поиск». Среди предложенных изображений есть лупа. Увеличим ее. Вы видите, она прозрачная, белого цвета. А у нас была синяя заливка. Используем окружность. Сделаем необходимую нам заливку. Теперь сделаем запись. Запись можно сделать маркером, единственное, изменив его толщину. Чтобы наша запись была невидимой, необходимо сделать ее белого цвета. Выделили. Вот теперь наша шифровка стала тайной. Посмотрим, как работает наша лупа. Скопируем. И вставим на нужный слайд. К сожалению, изображение не читается. Необходимо выбрать порядок и переместить назад. Вот теперь вы видите, что мы можем прочитать то, что было на изображении. Я думаю, что такой урок будет более интересным, увлекательным и занимательным.